Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут GamerGovTV, и я снова вас приветствую на моем канале. Сегодня он будет обозревать новый чит на вашу всеми любимую игру Blocks Fruits. Итак, как же его запускать? Я буду запускать через ссылку, вы можете его запускать через файл, который я скину вам... Сейчас я выбавлю звук. Скину вам, который в... Подождите, что я здесь сказал? В общем-то... Да, в описании я скину тут файл с txtfm, куда вы его должны кинуть в папочку в скрипте, если вы не знаете. Если вы все-таки еще не понимаете, как установить Ахиллес X, у меня есть полный туториал на канале. Итак, сейчас мы эту, так сказать, мартышку, и как бы ее нужно устранить, так как она мне мешает проводить видеоролик, придется мне использовать то, что у меня есть. Я в этой игре, скажу сразу, сильно не играю, поэтому я в игре особо не прокачался, там еще что-то. Вот, если бы играл, мог бы вообще накачаться до не знаю какого левела. Может до миллионного, хотя его тут даже его нету. Итак, заходим в мод меню и вставляю сюда ссылочку, магическую ссылочку, с помощью которой как раз таки я и буду читерить на всеми любимом режиме. Итак, вставляю ссылочку, брос, все, вот у нас ссылочка, и она должна работать. Итак, переходим в экзекьютор, нажимаем execute, менюшка запустилась, скрипт рабочий абсолютно, без лагов, ну у меня не лагает, хоть моему телефону 4 года. Итак, mobile, PC, через эмулятор или Android, допустим, можете использовать данные скрипты с Arceus Mix. Итак, что у нас тут есть? У нас здесь equip melee, что это такое, ребят, еще я пока не знаю. Итак, тут Eclipse Sword, да, то есть мы получаем, вроде должны какой-то меч получить или что-то. Автофарм левел. Итак, чтобы как бы мы фармили все автоматически, чтобы, ну, не ходить туда, куда попало, что-то быстрее их поубивать и получать за это бабки и левел. Итак, как видим, это все работает, да. Вот, как видите, я мочу этих горилл с 20-го левела и зарабатываю около 100 баксов. Так что, если вы хотите заработать 300 баксов, прошу, мод меню просто на ваших глазах. Всем удачи, всем пока! Да-да, пока всем. Пока. Okay.